Здравствуйте, друзья, с вами Мото Виктора. Сегодня у нас 23 февраля. Всех мужчин поздравляю с праздничком. Погода у нас сегодня вообще шикарная. Солнышко, до 20 градусов тепла обещают. Сегодня ко мне в гости приедет Миша. Перевезет мопед Ригу 13. А мопедка необычный, переделанный. Ну, вы сами все увидите. Друзья, пока я жду Мишу, хочу выкатить Ригу 13. Синенькую вот эту. Завести и прокатиться на ней. Да, прибавилось в мою коллекцию вот такой мопедик. Велосипедик, а не мопедик. Ну и мото-велосипед. Моторчик D4 будет стоять. Вот так. Скомплектуется. Все полностью. Ой, все жарче и жарче на улице становится. Ой. Тепло. Завел я дарчуганчик. Простоял еще с того года, на полгода. Электронное зажигание. Сейчас прогрею. Тянет бешено. Очень хорошо тянет. Вот обороты падают. Прогревается. Ну вот и Миша едет. Только вот так. Ага. Это люлька на тот ижак, да? Да. Угу. Ну он с документами, мне без нее теперь никак. Если вдруг оформлять придется. Понятно. Там же номер все на раме. Только видишь, какой под дрова у него заколхоз. Я вижу, ага. Ну что сделать? Ну давай, вытащим. А, она вытаскивается, да? Можешь попробовать проехать. Вот видишь у нее момент? Буксует сцепление. А вот, не. Пробуксует. Выжми. Нет, все нормально. А до этого было, выжимаешь все равно. Сядь, проедь. И попозже чуть-чуть. Пойдем, проедем. Я туда пошел. Давай. А, колеса накачаем, да? А, нужно катить. Легко было. Это, видишь, что мужики? Мужик, вот их таскали. Да, но тебе людей бить нельзя. Твоими руками. Это плохо закончится. Ну все, Миша уехал. И мы сейчас займемся мопедиком. Ну что, Рига 13. Китайский мотор. Дальше. Глушитель на эту сторону переделали. Ступица с велосипеда. И вот эти вот наваренные на ступицу спицы с мотоцикла. Подшипники болтаются. Подтягивать надо, очень сильно болтается. Тормоза, вот они.
на эту сторону переделали педальный узел на эту сторону. Ну а так передняя вилка, колесо, все оригинальное. Попробуем проехаться, посмотрим, как он едет. Так что, да, колесо прям очень сильно. Это подтянуть можно. Здесь подрезали, чтобы воздухан поместился. Глушитель тоже переваривали. Колено. Так, здесь под подножку все целенькое. Это не родная, с какого-то другого мопедика бобина. Где-то у меня такая даже была. Ну, проведем тест. Проедемся, попробуем, как он едет, однако. Даня сливает бензин. Зальем хороший бензин сюда с маслицем, потому что здесь с косы масло, оно не идет, он не такой сильно оборотистый, чтобы такое масло красное заливать. Ну что, заливаем бензинчик вот такой вот синенький. Друзья, это не реклама, но такое двухтактное масло я заливаю, синее. Мне нравится, уже лет 5 я пользуюсь этим маслом. Стоило оно 220 рублей, сейчас оно за 300. Ну так работает неплохо. И не шумит моторчик. Попробуй проехаться, Саш. Подожди, подожди. Подножку надо убрать. Угу. Во. Неплохо едет, однако. Ага. А? Просто валит. Да? Не-не-не-не, тормоза, тормоза. Он затормозил, просто педали вперед, педаль. Блин, ну он едет. Ну-ка, дай-ка я хоть гляну, движу. Он едет, вообще едет. Это не это. А, вот так. Че, это не дэшка? Нет. Это что-то со сцеплением трет. Если я попытаюсь найти. Как?
Как на спартяге прям пронесся. Аж странно. Почему он так едет? Хорошо едет там. Вообще едет. Он не едет. Летит, да? Просто летит. Ну вот, друзья, стемнело, покатушки закончились, мопедки загнали. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Мото Виктора. Всем пока, здоровья, удачи и благополучия. Праздник сегодня прошел на ура.